Как вот эта банданка на голове, бронезащита уровень 2, мне интересно. Это у банданы? Кеваровы. Что за нанотехнология? Я же говорю, у нас оружие заряжено сердской силой, и банданы тоже. На. Эти эсэшки. Я не буду снимать себе бандану, надо да две бронезащиты иметь. Не, ну твоя банда... Ко мне едет дрон с востока, слышишь? Понял, передал. Там, видимо, рядом с тобой пехи вражеские, там тебя спрашивают. Так что смотри. Ты думаешь, что это что-то на востоке подъехал, по нему шмальнул танк, и это что-то уехало обратно. А, это Зошка была тут, вот там кричали Зошка, Зошка. Что там, это Зошка за тебя? Она на востоке от меня за холмом. Ну, за холмом, я же говорю. А как противник вообще выглядит? Кто они? Так, говорили, что они черные и зеленые камуфляжные. А мы зеленые однополные. Тут вижу, какие-то пацаны идут, но очень похожи на нас. Кто? Двое. На востоке от тебя никого стоит не можно. На юге от меня, 150 метров. Пишем, с РПГ-7, короче. РПГ-7? Да. Блин, дрон, после горящей зушки есть свои? Запроси. Тут какое-то отделение, и оно очень похоже на... Даже в таких же банданах, как мы они. Я могу их сейчас всех убить, но если это свои, то это капец будет. Это враг. Понял. Ранен. Тебя с базы стреляли? Тебя с базы стреляли?
повтори. А, ты живой? Тут какая-то жизнь, они все одинаковые, все на одно лицо, бля. Убивай всех, тебе вообще нормально там. Не, там пули послабже. А, ну да, там 7.62 на 30.